А я вас салют всем, с вами Стейн из Бро. Сегодня мы будем смотреть клип Кизару, который называется «Нееблань». И если тебе понравилась данная реакция, подпишись на канал, поставь лайк и напиши свой комментарий. Так, ну давайте заценим клипец, послушаем трек. Трек я не слышал. Так, последний альбом Кизару, блин, не помню название у альбома. Как альбом Кизару назывался. Там были прикольные треки, некоторые мне прям зашли. Давайте заценим этот трек. Я вот, к сожалению, не помню, был ли этот трек на альбоме или нет. Возможно, это просто выпустил. Свежачок. Ну, давайте заценим. Фреша зашел в тайске, заказал том ям. Она хочет только члены, очень вкусно ням-ням. Потом доги стайл, трахнул ее сзади бам-бам. У меня есть план, хоу, твой парень, он еблан. Хоу, не предлагай мне наркоту, я бросил эту дрянь. Хоу, никто нихуя мне не давал, пришел, забрал все сам. Хоу, заработал бэнкролл, поставил гэнг на пейрол. Я не знаю, что с ним этот парень, он агресс. Сука, я профессор, я надел на стик компрессор. Все произошло из-за того, что он гнал беса. Он ушел из мира без шины и без стресса. В моем пачке только сотки, не двадцаток. Если что-то захотел, готов с ними расстаться. Сука, и он токсик, ему нужен коксик. Не снимаю трубку, мы на углу играем в кости. У меня есть моджа, суки, зовут меня Остин. Бегаюсь на боссе, мы забираем и не просим. Взял новые леды, эти камни как гирлянды. Не, она не для меня, это хоу для банды. Так точно, мэн. Малышка рядом говорит, чё встал в такую рань. Я ответил ей, как есть малая, не блай. Ой, просто прошу тебя, не блай. Ой, просто... Вот эта часть мне очень нравится. Так, кстати, достаточно годно. Прошу прикольно, тебя, мне нравится. Малая, просто прошу тебя, не блай. Я кружу по блоку, мэны собирают, да. Я думал, кинул только один куплет, накинул второй. Этот бит так и бьет, а он мне сильно зашел. Я поламал дым на тус, а они все такие воу. Я делаю культуру, бэй, я не делаю фрик-шоу. Чё ты знаешь о блоках и о тех, кто зависит? Мне пришел новый брик, бич, значит я бизнес. Я скидываю. Чё тебе надо, бэй, у меня есть любые капризы. Взял зазы у Лёхи и я взял частяк у Ларисы. Ты работаешь сверхурочно, что ты скажешь мне, детка? Меня не видно на радаре, появляюсь там редко. Стою на своем и на своих двух крепко. Я сам по себе и хрэш, сплошная, блядь. Я продолжаю колить, я продолжаю болить. Малыш, лучше замолчи, не надо со мной спорить. From hard shades, я еду брать же вэгон. Куплю недвижку где угодно, нахуй ипотеку. Вынес им всю хату, я вынес всю аптеку. Слопнул их по фейсу, теперь они должны Олегу. И дай им обедки, они поднимают с пола. Оставь свой бэби щит для кого-то, бля, другого. Малышка рядом говорит, чё встал в такую рань. Я ответил ей, как есть малая, не блай. Малая, просто прошу тебя, не блай. Малая, просто прошу тебя, не блай. Малая, просто прошу тебя, не блай. Я кружу по блоку, мэны собирают дань. Слушайте, клип обычный такой, качественно сделан, видно, да, но ничего в нем особенного нет. По тексту мне не понравился вот этот вот момент, да? У меня есть моджа, суки, мы забираем. Не, она не для меня. Где точно, мэн? Малышка рядом, да. Говорит, чё встал. Да, мне не понравилось. По куплетам, по партам все хорошо. Мне зашло. Не думаю, что добавлю себе этот трек, но он прикольный. Он прикольный. Ничего, в принципе, ну, как обычно, у Кизару, наркотики там. Чистый президентик такой. Нормально. Нормально послушать. Ну как-то так. А с вами был Стеймус Бро. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите свои комментарии. До встречи. Пока.